Научно-исследовательский сборник, подготовленный по итогам Всероссийского форума дружбы, презентовали в Ненецком округе. Напомню, Триско-исследовательский форум прошел в Нарьян-Маре в марте. Издание включает в себя справочную информацию, приветственные слова, материалы специалистов, докладчиков и резолюцию по итогам съезда. Тираж сборника 700 экземпляров. Брошюры уже разосланы в библиотеке Ненецкого округа. Они будут помогать школьникам и студентам в исследовательской деятельности, служить развитию внутреннего туризма и привлечению интереса к Ненецкому округу, как к перспективному туризму. Региону. Были в форуме как раз проблемы детского и юношеского туризма. Здесь сюда приезжали директора региональных центров туризма и краеведения и все те, кто неравнодушен к патриотической деятельности. И вот как раз туризм рассматривался как один из методов, из формы работы по воспитанию патриотизма у детей. В скором будущем издание пополнится. По словам Ольги Пахомовой, будет выпущено второе дополненное издание.